Привет, зритель! Хочешь получить чемпионов в рейд? Да легко! В этом ролике я собрал абсолютно всех чемпионов, которых можно получить бесплатно на свой аккаунт по промокодам и ссылкам. И именно ты, зритель, получишь огромное количество чемпионов на аккаунт. Покажу все, что есть, так что готовься забирать весь максимум. Врываемся! Первый способ, по которому можно получить чемпионов, это ссылки, в которые вшит бонус. Этот способ специально для тех, кто хочет начать игру впервые, и для олдов, которые хотят новый аккаунт, но уже со стартовым преимуществом. А и еще есть важный момент. Вот все бонусы, которые я покажу, ну очень крутые. Но чемпионов, которых я рекомендую забирать, отмечу вот таким знаком, чтобы ты не сомневался в выборе, когда будешь делать из своего аккаунта имбу. Итак, первая ссылка дает на аккаунт эпического героя Громобой, и после прокачки 25 уровня забирай Анакса. Громобой — чемпион защиты, союзникам он полезен за счет своего бафа защиты и возрождение после смерти. А вот ударами сокращает шкалу хода врага и дает дебаф атаки и скорости. Анакс — дамагер ядовик, который при потере здоровья дает себе бафы, также ослабляет противников и лечит себя. Вторая ссылка за регистрацию дает чемпиона Великий Галик. Это выжигатель здоровья с высокими показателями урона. И на 25 уровне вторую половинку Заргалу. Она дебафер с сильными способностями и хорошей выживаемостью. А вдвоем они просто унижают любого босса. Ведь ослабленные враги мало что могут сделать против такой парочки. Плюсом будет набор ресурсов для их прокачки на старте. Третья ссылка дает чемпиона Тайрелл. Это хороший дебафер, а на 25 уровне по нашей ссылке чемпиона Айна, очень сильного дамагера. Два чемпиона в бою отлично комбинируются, так как Тайрелл ослабляет врагов, а Айна добивает всех своими сильными атаками. Плюс к этому забирай приятный набор ресурсов для их прокачки. Регистрируясь по ссылке, ты, зритель, закладываешь фундамент, и эти эпики помогут тебе быстро прокачаться и уверенно чувствовать себя на мидгейме. По два эпика просто на самом старте в рейд. Это преимущество над другими новичками. Быстро покажу, как получить эпиков по ссылкам. На ПК нужно перейти по одной из трех ссылок в описании. Заполнить три строки, которые будут сменять друг друга. Никнейм, пароль и электронную почту. Затем скачать лаунчер и установить игру. На смартфоне тебя перенаправят на одну из страниц, где нужно всего-то нажать на единственную кнопку. Затем тебя перенаправят в магазин приложений Google Play или App Store. И тебе осталось только скачать игру и войти в аккаунт. Оставайся со мной, ведь дальше я покажу еще больше бонусов, которые ты можешь получить. Летим дальше. Все, кто зарегистрировался по ссылке в описании, может ввести промокод для новичков, чтобы получить не менее крутого эпика. Но дело в том, что промокод новичка можно использовать только один раз. Придется выбирать. Старичков игры я тоже не оставлю без бонусов. Для них тоже будет промокод. Показываю для новичков, куда вводить промокоды. На ПК или Android это нужно делать в левом всплывающем меню в разделе «Промокоды». На устройствах iOS сканируй QR-код. На сайте игры нужно заполнить две строки. В верхнюю вводи свой личный ID, который берется вот тут в профиле, а в нижнюю — любой понравившийся промокод, и активируешь его. VTuber GP24 дает чемпиона Вудзи и серебро на прокачку. Вудзи — дамагер для PvP и даже для PvE. Она накладывает слабость и блок бонусов, а себе дает густую пелену, чтобы скрыться от атак и еще контратаку. То есть любая цель будет в постоянном ослаблении, а если кто-то ее ударит, то получит в ответ по лицу. Лурия дает чемпиона Лурия и набор ресурсов для ее прокачки. Лурия — один из топовых дебаферов, целых 5 дебафов в способностях: защиты, скорости, лечения, заморозка и блок бафов. Чемпиона можно применять в любом режиме, но в правильной экипировке. Raid for Mord. Этот промокод дает чемпиона Мордекай с неплохим набором ресурсов на прокачку. Мордекай — один из топ-выжигателей здоровья эпической редкости. Он не только выжигает здоровье, но и сокращает шкалу хода противника, и чтобы еще больше дамажить, дает себе баф атаки. Прекрасный чемпион для PvE. Бикюрст дает чемпиона Кормак и ресурсы на его прокачку. Кормак — это дебафер. Он умеет усиливать свои атаки бафами, а также замедлять врагов и ослаблять их защиту. Чемпион новой фракции, который будет отлично дамажить и выживать в PvE контенте. Промокод Subscribe Mid Game Channel дает чемпиона Уртиката и ресурсы. В игре это эффективный ядовик. Она накладывает яды, продлевает их действие, а также накладывает слабость к яду. Очень годный ядовик, который проявит себя в PvE контенте игры. Free Frog дает чемпиона Тараги Жабоморд и ресурсы для
его прокачки. Жабоморд – чемпион двух ролей. Прелесть его в том, что он наносит высокий урон, дает дебаф атаки и провоцирует врага. А вот если его атакуют, то он отравляет в ответ. Также дает отличные бафы – баф щита союзников, щит на себя и отражение урона. Отличный эпик для PvP и PvE контента. 5 Step to GGT. Он дает просто огромный набор бонусов и отличного эпика от хукшипасты. Особенность чемпиона – это высокая защита, а в комбинации с бафами отражения урона и неуязвимости становится почти имбой. Плюс к этому провоцирует на себя врагов и в хорошей экипировке будет максимально живучим. Raid with Kaitis. Он дает чемпиона Kaitis и немного ресурсов на прокачку. За ввод кода ты получишь ресурсы. А когда достигнешь 30 уровня, забирай эпика Kaitis. Kaitis – дамагер, который будет отлично работать на арене и даже в PvE. Особенность чемпиона – это повышение урона по мере снижения здоровья. Прекрасный чемпион, но только при хорошей прокачке. Следующий промокод на легендарку Monkey King. Промокод дает чемпиона Sun Wukong и ресурсы на развитие. Обезьянка – отличный PvP-дамагер. Для PvP он полезен своим дебафом блока бонусов и оглушением и делает врагов беспомощными овечками. А очень надоедливый он потому, что он автоматически воскрешается после смерти через 3 хода. И самый новый промокод, который только дали разработчики – Ninja Returns. Он дает лучшего выжигателя здоровья ниндзю и ресурсы на прокачку. Ниндзя – это зарекомендовавший себя чемпион, который полезен в большинстве активностей. Лучший промокод, который только есть на данный момент. Он накладывает штраф защиты, заполняет свою шкалу хода, также замораживает врага и прячется в пелену. Кстати, алды, у которых его нет, могут забрать его в магазине. Там есть специальное предложение с этой легендаркой. Но это еще не все. Новички могут получить еще одного эпика. Сейчас покажу как. Заходи в игру. У всех, кто только создал аккаунт, будет работать событие «Охота за шаманкой». Забирай сет экипировки и на 7-й день шаманку. Чемпион шаманка – это хороший саппорт с неплохими множителями урона. Также она умеет воскрешать союзников, что пригодится в активностях, где требуется выживаемость. Успей забрать ее, так как скоро будет раздача новой легендарки и у тебя будет больше чемпионов. Но после шаманки будет работать второй этап, в котором дают еще одного эпика за вход в игру. За 7 дней можно получить эпика Джизох. Этот ящер – провокатор, который умеет контратаковать, лечится и дает себе баф щита. А теперь способ для тех, кто уже играет не так давно. Речь идет о зрителях, которые в игре больше 2 недель. Чтобы получить еще чемпионов, открывай боковое меню, вкладку «Награды за посещение». И тут большинство чемпионов пригодится на твоем пути. Есть узкоспециализированные, есть универсальные, например, вот это. Короче, все по ситуации. Далее что? Время собирать топовую комбинацию чемпионов, которые помогут тебе развиваться в игре. Я покажу лучшую стратегию по сбору чемпионов, чтобы ты, зритель, мог легко и быстро закрыть все стартовые активности, которые будут у тебя на пути. Регистрироваться я рекомендую именно по ссылке с Громобоем и Анаксом. Это лучшее, что можно получить на старте среди крутых стартовых наборов. Далее промокод. Я могу посоветовать несколько, но итоговый выбор за тобой. Это промокод на Жабоморда, код на Вуку Конга или над Хука Шипастова. Выбор, с которым ты точно не прогадаешь. После у тебя будет работать 2 акции наград новичка, и за 14 дней ты получишь шаманку и Джизоха. И как завершающий, но самый длинный этап – это 270 дней ежедневного входа. И твой аккаунт будет запакован чемпионами. Более быстрых способов получить чемпионов нет. Играй, собирай осколки, открывай их во время событий, и удача тебе обязательно улыбнется. И пока будет идти затяжной этап 270 дней, ты успеешь получить эпика или легендарку. А если тебе, зритель, нужны промокоды на ресурсы для алдов, открывай подсказку или переходи на канал. Там есть ролики с подборками самых свежих промокодов. Ничего не упусти. Это все, что я мог собрать для тебя. Бонусы может получить как новичок, так и старичок. Напоминаю, что ссылки на эпических чемпионов в описании. Спасибо, что смотрел видео. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк этому ролику, а также я подобрал для тебя 2 ролика, которые рекомендую посмотреть. Увидимся!